Ему теперь не только пишут, оставляют видеопослания. В РКБ установили добрый терминал. Через него татарстанцы могут обратиться к главному врачу. Какие болезненные вопросы позволят решить оборудование, об этом сюжете Екатерины Кудиновой. Нажимаем кнопку «Запись». В течение 60 секунд можно оставить любое сообщение. Любой волнующий вопрос пациент может задать напрямую главному врачу. Важно оставить свои координаты, чтобы ответ дошел до адресата. А вот похвалить или поругать можно анонимно. Пока терминал появился лишь в одной больнице, результат уже заметен. Здесь ежедневно бывают тысячи людей из самых отдаленных уголков Татарстана. Теперь они могут высказать все свои замечания и предложения в онлайн-режиме. Добрый день. Меня зовут Макарчук Дмитрий. У меня есть сын. Я хотел бы узнать, как можно, не приходя в больницу, записаться на прием? У населения возникает много вопросов, вот, и это поможет оперативно отвечать и слышать ответы на них. Дмитрий Макарчев стал первым пользователем доброго терминала. На его вопрос не просто ответят, но и учтут такое пожелание. Все записи просматриваются в течение дня главным врачом. И уже дальше работа закрепляется за разными специалистами. Сам главный врач рассматривает каждое видеообращение и дается соответствующий ответ. И делаются конкретные действия по каждому видеообращению. Кроме обращения, здесь есть еще одна услуга. Можно внести любую сумму на строительство первого детского хосписа в республике. Его планируют открыть уже в эту пятницу. К возможности задать вопрос на сайте появилось видеопослание. В будущем добрых терминалов станет больше, и тогда вся информация из отдаленных районов республики будет стекаться в столицу. Это позволит не только быстрее решать проблемы, но и повысит качество работы медицинских учреждений. Екатерина Кудинова, Илья Савельев, Вести Татарстан.